Я вам сейчас спою одну песню, Антошке. Ну, сами понимаете, кто хромому хочется бегать, дураку, а потом в школу, заике хочется разговаривать как можно больше. А у кого нет голоса, тому хочется петь. Ну вот я, российских. Песня Антошки, вы многие знаете ее, называется «Таракан». Пошел на войну, что делал таракан, когда ударил жену, чтоб оставил таракан на потом, а что оставить? После месячной зарплаты он ни грамма не пьет, и в обставленную хату вещи ломать везет. Когда что-нибудь идет, то что кто-нибудь придет и разогнит. Открытки покупать Новый год. Он сжигает их на плитке, никому их не шлет. Никакой идиот будет ждать от него благодетель. Но зато в его чулане есть заветный дуду, о нем не знает никто, ни враг, ни друг. Он садится считать, и хочется спать до рассвета. Ветер с юга как мёд, тараканью лачугу властной лапою снёс. Было страшно и больно, но осталось довольно округа. Таракан шёл по снегу, что-то лапой кричал. Он был пьяный башкою, а землю стучал. Ведь бедняга не знал, как лапой вернувшись с юга.
Это был сибирский диксилент под управлением Бориса Балахнина. Я просто еще раз убедился не просто в талантливости Антона, а, не побоюсь этого слова, гениальности. Я больше чем уверен, что ни один из вас не слышал ни одной его песни в такой обработке.